очередной сквер города. Фонтаны. Там театр, наверное, какой-то. Прям театр. Проспект Ленина. А здесь, с 49 по 51 год, 1800 годов, в бывшем губернском правлении, Лев Николаевич Толстой состоялся в должности канцелярского служителя. Концертный зал на проспекте. В этом здании в феврале 27 года выступал поэты Владимир Маяковский и Николай Исеев. Дом дворянского собрания, объект культурного наследия федерального значения. Здесь Калинин присутствовал на заседании Совета рабочих. Красноармейский депутат. Детская библиотека города Тула. Тульский государственный университет.